Братищу сотворил! Вот такой розыгрыш 1-0! Будет у вас возможность зайти понаблюдать. Вот такой розыгрыш 1-0. Константин Савичев. Начертили футболисты Акрона. Снова эту атаку. Стандарты — это сильная сторона тольяттинской команды. И Савичев забивает в этом матче 1-0. Это все отговорки в пользу бедных. Еще один удар. И второй мяч в воротах Енисея. Вот так из ниоткуда возник этот момент. И Дмитрий Лесников. Добавленная по второму тайму. Так, какие претензии-то у Стрельцова? Есть удар! И гол! Залимхан Юсупов кладет! Дмитрий, это штрафной, прострел, опасная ситуация, удар нужен. Уже устал Минаев и Домиченко шагал. Камилов бьет вот так! Камилов бьет и 2-0! Говорили мы сегодня о том, что это Велесу привычнее быть издали и забивать. Вот еще одна атака, наблюдаем Самошников, уже в штрафной! Убирает мяч под правую, бить можно, теперь уже с левой. Удар, и какой гол Зотова! Это пятка была или мне показалось? Боже мой, красота!